Главная новость дня. Выборы главы Чувашии и депутатов органов местного самоуправления состоялись. Сегодня в 6 утра председатель Центральной избирательной комиссии республики Александр Цветков озвучил предварительные результаты голосования. Начнем с выборов главы. Но самый главный итог, что выборы состоялись, и уже с вероятностью 100% можно сказать, что они состоялись за один тур. Второго тура уже точно не будет, потому что победитель определился в первом туре. Им стал самовыдвиженец Николаев Олег Алексеевич, который по предварительным итогам сейчас пока набирает 75,59% голосов избирателей. На втором месте Андреев Александр Михайлович, представляющий КПРФ. У него хороший процент, 10,33. На третьем месте Степанов Константин Олегович, ЛДПР, 5,48%. На четвертом Степанов Николай Алексеевич, партия пенсионеров. У него 3,51%. И замыкает эту замечательную пятерку Матвеев Сергей Петрович, патриот России, партия, 2,13%. Это результаты после обработки 94,1% протоколов участковых избирательных комиссий. Ну и пока в участие в выборах приняли 55,17% избирателей. Вот такие вот предварительные итоги. Теперь что касается выборов в Чебоксарское городское собрание депутатов. Тоже итоги пока весьма предварительные, но в принципе я думаю, что они не сильно поменяются. Но начну с одномандатных избирательных округов. Их 21. И там все очень однозначно. Все мандаты получили представители одной политической партии. Мы сейчас говорим о Чебоксарском городском собрании депутатов. Чебоксарское городское собрание депутатов. Там половина мандатов, 21, распределяется по одномандатным округам. Вот там как раз полный подавляющий перевес и преимущество одной партии. Все одномандатники представляют «Единая Россия». Их, еще раз повторю, 21 человек. То, что касается пропорциональной системы, здесь не так все однозначно. Здесь намного все интереснее. Тут преодолевают 5-процентный барьер пока 5 политических партий. На первом месте та же самая партия, это партия «Единая Россия». У нее пока 34,99% голосов, ну почти 35%. На втором месте КПРФ, 14,9%. На третьем месте ЛДПР, 12,99%. На четвертом месте «Справедливая Россия», 12,41%. Ну и большое достижение, преодолели 5-процентный барьер кандидаты от партии пенсионеров. Они набирают, причем так хорошо запасы преодолели, 9,47% голосов избирателей. Таким образом, у нас собрание депутатов города Чебоксара сформировано полностью. В нем представлены 5 политических партий. Большой перевес у «Единой России», но, тем не менее, оппозиция также предоставлена. Окончательные итоги когда станут известны? Окончательные итоги станут известны тогда, когда последняя участковая избирательная комиссия ведет свои результаты в систему «Газвыборы», то есть приедет в территориальную комиссию и сдаст свои протоколы. Но это, я думаю, что будет в течение сегодняшнего дня.